У ефірі програма «Новини регіону», у студії Павел Савіцький. Вітаю вас. Глядіть сьогодні у випуску. Президент Білорусі Олександр Лукашенко навідав Могилевську область. Хлебороби Могилевщини наближаються до мільйонної межі. На раніцю 18 жнівня намолочено більш за 900 тисяч тонн зерня. Спека на вихідні. На яких водойомах хліб за усю бавить час і коли чекать похолодання, відують наші кореспонденти. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчас наведывания Шкловского района познакомился с ходом жнива у Могилевской области. Встреча отбылась на так званом президентском поле. Как рассказал журналистам Александр Лукашенко, тут он працевал еще в юнацтве. А пошним часом это поле является экспериментальным. Сегодня тут посеяли гибридную озимую пшеницу и жито. Обедве культуры дали добрый урожай – 90-100 центнеров с гектара. Керовник державы доручил не сбавлять темп жнива и нагадал, что до 20 жнивня амаль увесь урожай треба убрать. Гэта так званае прэзідэнцкае поле ў гаспадарцы Александрыйскай Шклоўскага района. Як расказаў журналістам Александр Лукашенко, тут ён працаваў яшчэ ў юнацтве. Апошнім часам гэтае поле з'яўляецца эксперыментальным. Сёлета тут пасеялі гібрыдную азімую пшаніцу і жыта. Абедзве культуры далі добры ўраджай – 90-100 центнераў з гектара. І в этом году я попрасіў пасеяць імпартныя сорта. В данном случае пшеница почти 300 гектаров и соседнее поле Витебской области, граница проходит, 100 гектаров ржи. Почему именно импортные? Мне хотелось сегодня, до того, как я начну работать на своем поле, услышать ответ от вас. Что мы имеем подобное? Имеем ли? Если нет, то когда будем иметь? Искренний, четкий ответ. Мне доложили заранее, что по пшеницам у нас проблем нет. Мы научились, селекция у нас позволяет, мы научились свои семена создавать пшеницы озимой, рожь. Это у нас такой ржи нет. Это моя родина, я тут знаю эти поля, знаю, много знаю чего. Мы попробуем здесь экспериментировать. И вот первый эксперимент на будущий год, мы попробуем еще раз отобрать семена из диплоидной ржи и посеять. Самый главный фактор – это соблюдение всех технологических регламентов при выращивании возделывания культур зерновых и зернобобовых. Технологическая дисциплина, ну и, соответственно, квалифицированный персонал. Теперь замест серпу – сучасная техника – комбайн КЗС-1624. Это опошняя распрацовка гомельского завода. Техника могутностью 530 конских сил с жаткой больше за 9 метров призначена для уборки на полях, где урожайность больше за 50 центнеров с гектара. Я хочу проверить, как этот комбайн будет вообще в эксплуатации. Потому что у нас промышленнику есть привычка щеки надувать, что у нас не хуже. Вот мне данные дали в сравнении, но с конструктором мы поговорим сейчас. Что у нас хороший этот комбайн. Проверим. Уже до наступного жнива президент доручил обновить эту модель с уликом сёлетней практики. Свои первые 5 тонн намолотил Миколай Лукашенко, який был у кабине комбайна. А кроме того, Александр Лукашенко дал журналистам майстер-класс по уборце серпом. До его долучились и керовники мясцовой вертикали, иншие чиновники, у тым лику и вице-премьер Михаил Русы. Подчас працовной поездки Александр Лукашенко потребовал не сбавлять ход жатвы и до 20 жнивня у основном убрать хлеб. Еще одна особливость теперешней поры у тым, что необходимо хутко перейти до посевной, каб закласти основу нового уроджаю. Не треба забываться и про третий укос. Алина Соловьева, новини региона. Могилевская область выкинула держзаказ по харчовым зерне и рапсе. Тем часом хлеборобы наближаются до миллионной мяжи. На раницу 18 жнивня намолотили больше за 900 тысяч тонн зерня. У агульной каравай по 100 тысяч тонн сборжа собрали с початку Шкловский, а за им и Могилевские районы. У агрокомбинате «Зара» Могилевского района у черговый раз урочисто шануют хлеборобов. Урожайность тут высокая, а май 74 центнера с гектара. Другий показчик сярод господарок в области после сельгаспредприемства Александрийское Шкловского района. Старшиня облаканкама выказывая подяку усім керовникам господарок Могилевского района. 100 тысяч тонн зерня у агульный каравай – важка. Я вижу, что в Могилевском районе в этом году есть урожай, надо его убрать. И дальнейших успехов вам, всем руководителям, специалистам,
агропромышленного комплекса и механизатором. У агрокомбінаті «Зара» усе тие ж лідери жніва, тільки тепер вони перші у області чотирьохтисячники. Екіпаж комбайну Мельникова і Корсака, і водителі «Лангури» Хасія і Юрій Манкевич. Мені 18 років, це перший сезон. Буду після комбайна, пойду в армію, відслужу в армії. Потім далі буде видно, що буде. Може, знову з папою пойду, але на комбайн. Працювати. Надо, это надо всем, не только нам, а и такой доверили такую ответственность, надо исполнять добросовестно. Сегодня у меня двойной праздник, у меня внучка родилась сегодня утром, так что будем отмечать после уборки. Ну так все хорошо, спасибо, что не кидают нас. Приїжджають, поздравляють, дуже приємно, дуже. Побач з полем збожевих, де проходить віншування, росте кукуруза. Її вишиня більш за 3 метри. Большое внимание уделяли не только зерновой группе, но и именно кормовой. Сделали нормальную кормовую базу, чтобы у нас в этом году не меньше получить кормов, как в том году. На условную голову где-то 32,3 кормовых единиц. Что до доброго намолоту и якостной уборки, так это огульный выник работы агроному, механизатору и керавництва. Хлеб сегодня в Могилевской области есть. И убираем мы его очень профессионально, качественно, без потерь. Завершены поставки зерна в счет госзаказа. До этого мы закрыли даже с перевыполнением поставки зерна рапса, семян рапса. Тоже к тому заданию, которое доведено правительством. Поэтому все идет в штатном режиме, все идет нормально. И погода нам позволяет сегодня работать. Параллельно уборки збожжа рыхтують глебу да пасеву азімых, нарыхтовуюць кармы. І да 22 жніўня гаспадаркі плануюць завершыць пасеў азімага рапсу. Таціана Сергійчык, Мікалай Собалєў, навіны рэгіёна. Тим часом до завершення жніва наближається Кіровський район. Тут обрано 96% площі. За їм по темпах уборки йдуть Клічовський і Бобруйський райони, де скошено відповідно 93% і 91% збожжевих. Більшість району приступила до уборки і присядзімних участків. Обмолочена амаль п'ята частка, а гэта більш за 1770 гектараў. Лідери на уборці колосових з присядзімних наділаў – Бобруйський і Чэрыковскі райони. У суботу, 19 жнівня, буде організована прямая телефонная лінія з намесником старшині Могилевського облвиконкама Андреем Кунцевичем. Коли вас хвалюють питання у соціально-культурної сфери в області, адукації і ахові здоров'я, можна звертатися по номеру у Могилеве 50 18 69. Телефонная линия будет працевать с 9 до 12 годин. До Андрея Кунцевича можно будет так само звернуться с питаниями по спорте и туризме, по оздоровлению и санаторно-курортным лечению как дорослых, так и детей. Выказать пропановы по гуманитарной деятельности и социальной обороне населения. Нагадаем, телефон для сувязи 50 18 69 у Могилеве. Одночасово прямые телефонные линии проведут керовники усіх гар и райвыконкамов Могилевщины. Так, например, у Могилевским гарвыконкаме ваши проблемы попробую вырешить наместник старшини Алла Галушка. Номер телефона 42 2102. И у той же час у Бобруйским гарвыконкаме ваше телефонование будет принимать керовник с правами Людмила Погуда. У Бобруйску номер телефона 76 2141. Больш за 56% споживцоў электрычнай і тепловой энергіі, па інфармацыі, прадпрыемства «Магілёэнерго» атрымалі пашпарты падрыхтаванасці і да работы ў асенне-зімовы перыяд. У целом до початку отепляльного сезона планируется завершить замену 12,5 километров тепловых сеток. Частково на сучасные петрубы. От коммунальных организаций энергетики додатково приняли на баланс 58 километров теплосеток. Их так само ремонтуют. Ведется подрыхтовка электротехничного обсталявания. По оценках энергетиков, выконано порядку 70% усіх мероприемств по подрыхтовце до зимы. Як нагадывают специалисты, канчатковая мета усіх работ по подрыхтовце до нового отепляльного сезона – снизить страты по оказанию отповедных послуг. Гэта особливо актуально при умове, что в Беларуси сёлета запланована выйти на 75% узровень оплаты насельніцтвам выдатков на жилёво-коммунальные послуги, а до конца 2018 года на их полное покрытие. По субсидированных тарифах будут оплачиваться отопление и горячее водозабеспечение. Бадай самый важкий артикул расходу споживцов.
А пакуль энергетыкі робяць усё, каб новы ацяпляльны сезон прайшоў без праблем, лета нам дорыць чарговыя спякотныя выхадныя. Разам з імі магчымасць правесці гэтыя дні ля вадаёмаў, дарэчы, па выніках маніторынгу якасці вады, зноў адкрытыя для купання 4 зоны адпачынку ў Касцюковіцкім раёне. Але спецыялісты санітарных служб нагадваюць, што па-ранішаму забаронена купанне дзяцей і дарослых на 5 месцах адпачынку Магілёўшчыны. У зоне Грабянёўскага возера, гарадскога пляжа на Дняпры ў Магілёве, а таксама Вільчыцкага вадасховішча, гарадскога пляжа ў Шклові і на Дняпры ў раёне Палыкавічаў. У таварыстве вартавання на вадзе прынцыпова раяць выбіраць для адпачынку толькі афіцыйныя пляжы. Знізіць рызыку няшчасных выпадкаў на вадзе дапаможа і ўвага дарослых да адпачынку дзяцей і падлеткаў. Ну і трэба памятаць, што купацца ў нецвярозым стане проста нельга. Па словах сіноптыкаў, надвор'е ў выхадныя будзе толькі спрыяць здароваму адпачынку каля вадаёмаў. У суботу і нядзелю будзе малавоблачна, без ападкаў. У дзень паветра прагрэецца ў сярэднім да +28, +31 градуса. Новы жа тыдзень прынясе рэзкае пахаладанне, кажуць у аблгідрамеце. У панядзелак па вобласці чакаюцца дажджы і навальніцы, а слупок тэрмометра ў дзень дасягне адзнакі ў +15, максімум +20 градусаў. Сталі вядомы імя яшчэ трох салдатаў 41-го года, якія дагэтуль былі ў спісах як згінуўшыя без вестак. У Чаўскім раёне падчас беларуска-расійскай вахты памяці знойдзены астанкі 46 чырвонаармейцаў і 12 медальёнаў. 5 з іх удалося прачытаць. Першымі з адкрытых імёнаў былі Іргаш Парпіяў з Узбекістана і Павел Верхавод з горада Серпухаў Маскоўскай вобласці. Цяпер вядомы яшчэ трое: Юрый Рыгоравіч Бабуроў 1920 года нараджэння і Віктар Алексеевіч Калугін 1917 года нараджэння, абодва з Ташкента, а яшчэ Мікалай Дмітрыевіч Багры 1919 года нараджэння з Харкаўскай вобласці. Актывісты гісторыка-патрыятычнага клуба «Вікру» шукаюць родных гэтых людзей. Перапахаванне воінаў вялікай айчыннай вайны запланавана на 21 жніўня у вёсцы Самулкі Чаўскага раёна. Народнае аб'яднанне мастацтва «З Гурак» святкуе юбілей. Суполка майстроў-аматараў стварае, дэманструе і радуе свайго гледача роўна 25 год. Чвэрць стагоддзя мастакі і майстры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва безумоўна адзначаюць уласнай выставай. З аматарскімі прафесіяналамі з глыбінкі пазнаёмілася наш карэспандэнт Алеся Рыбалка. На выставу з нагоды юбілею кожны з мастацтва прапанаваў свае самыя любімыя творы. Гэта як прызнанне ў любві роднаму аб'яднанню. Да прыкладу, макі ад Людмілы Шыліной, якая адзіная ў раёне займаецца машыннай вышыўкай, альбо замежныя пейзажы ад Алы Аўраменка, родныя краявіды ад Аляксандра Плоткіна. Расказаць пра кожнага, а ў аб'яднанні больш за 30 чалавек, не хопіць, як кажуць журналісты, эфірнага часу, заслугоўвае ўвагі кожны творца. І кожны, у сваю чаргу, удзячны кіраўніку аб'яднання, якая не дазваляе думаць пра ўзрост, надае кожнаму ўпэўненасці і заўсёды рухаецца наперад. Ну, Валентина Валентиновна дрымаць не даёт. Девочки, надо, и все, собирайтесь и поехали. Ваше объединение мастацтва, оно какое? Самое лучшее, потому что люди очень талантливые, и самое лучшее только в моем объединении. Самая красивая женщина и самые умные мужчины. Вы, наверное, прошлись по выставке и увидели, какие теплые, очень добрые работы. И вот эти люди с 1992 года, они у нас в строю. Быць у страі дапамагае багатая творчая дзейнасць, магчымасць прымаць удзел у пленэрах і разнастайных выставах. Толькі што майстры вярнуліся з Польшчы, зараз рыхтуюцца да паездкі ў Маскву. У выставачнай залі мясцовага этнаграфічнага музея пабываў ужо і горадскі глядач, і адзнака работам сваіх землякоў самая высокая. Я просто уверена, што любой чалавек, любого возраста, прыйдя на эту выставку, восхищаясь этими всеми произведениями, он идет уже другим человеком. Алесь Рыбалка, Дзяніс Бутылін, навіны рэгіёна. Самыя актуальныя навіны Магілёўшчыны таксама можна ўбачыць на сайте tvrmagilov.by. Усяго вам добрага, дзякую вам за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры.